Адреналин – это умение управлять собой, умение бороться со своим самообладанием, своей силой воли. Те, кто играет второй раз, к чему я все это рассказываю? Потому что у нас сегодня два прыжка. Те, кто прыгают впервые, и те, кто уже прыгали в прошлом году, те, кто прыгали раньше. И, собственно, этот концерт я предлагаю начать. Сценарий полностью будет у нас импровизированный, но все же. Я предлагаю начать с группы номер один. Я приглашаю на эту сцену учеников, которые занимаются, они не прозанимались даже 15 уроков, то есть, да, вы поняли. Ребята, выходите пока потихонечку. Я думаю, каждого исполнителя нужно представить в отдельности. Мы немного и умеем, но уже что-то у нас получается, звучит, и пока ребята выходят, хочу сказать отдельный комментарий про каждого. Где еще? Все, вы? Очень ответственная группа, несмотря на то, что занятия у нас предполагались два раза в неделю, по утрам. Ребята вставали, не знаю, во сколько вставали, лично я в 5:40, и приезжали по всем возможным пробкам в пяти для того, чтобы позаниматься. А это у нас группа Яндекс. И мы подготовили три песни. Сегодня у нас такой импровизированный вечер, поэтому я хочу провести как называется ваша группа? Наша группа называется «Два с половиной вторника». Мы так называемся, потому что у нас предполагались изначально занятия по вторникам, но в итоге мы занимались всего 2.5 раза. Подготовлено, быстро ты ответила. Так, ну и наш репертуар на сегодня объявите. Мы сегодня будем исполнять три песни. Первая песня группы «Браво» — «Этот город». Вторая песня группы «Битлз» — «Yellow Submarine». И третья песня Андрея Макаревича «Марионетки». Я предлагаю всех поддерживать аплодисменты. Слово
Our Lord, He is the Lord.
Ночью вечер засияет месяц в облаках. Thank you.
Яндекса. Музыканты выступают не в первый раз, у них большой бэкграунд, они про себя сами все расскажут, в принципе, они уже... Саша говорит, что у него и у Сережи жена не приедет. Нет, уже приехала. Уже приехала. Мы подождем жену? Можно, можно подождать, если жена будет. Давайте тогда продолжим дальше. Так, хорошо, тогда... Тогда мой взгляд пал на эту очаровательную маленькую леди Настюша Нижанская. Прошу на сцену. Настя у нас уже тоже профи. Хочу сказать пару слов о талантах этого человека. Замечательным голосом, вокальными и артистическими данными, которые тоже очень сейчас волнуются, да, Настя? Правда? Ты можешь? Я буду исполнять Rock Around the Clock и Жил был бы продобрей. Мы начнем, наверное, с того, что повеселее, да? Хотя мы особо веселые. С чего тебя зовут начать? Ну что, поприветствуем человека. Thank you.
рассказ не будем. Для вас трижды, как Путин. Три дня, словно Путин. Взял всем тарелок. Thank you.
Yeah.
отдельно, как обычно, пару слов об этой девушке. Она очень скромная, но очень талантливая. Очень скромная, очень талантливая. У нее какая-то фантастическая способность, я не знаю, как она это делает. Она запоминает такие тексты за такое короткое время и выучивает, ну, честно, между нами говоря, иногда даже очень сложные и интересные соло. И всегда на мой вопрос, когда я говорю, может быть, что-нибудь упростим, может быть, уберем здесь пару тактов, может быть, сделаем какие-то изменения, она говорит, нет, не будем делать, я хочу учиться, понимаете, да, какая сила воли. Но вы сейчас сами все увидите. Лиза, что мы поем? Сегодня я исполню песню под названием «Rise from the Ashes» группы «Quiet to Drive». Давай, удачи. Неожиданно для меня песню, но тем не менее без объявления названия.
пессимистические ноты закончились. Так, ну что там с вашими? Все на месте? Тогда вторая группа Яндекс, прошу, ребят. Поиграть, что ли?
Thank you.